Тема Потеряевка. Вопрос 3469. Есть ли какие-то преступления в поселке Потеряевки, за которые можно было бы завести дело? И что было бы, если бы население деревни увеличилось раз в 100? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. При желании можно осудить любой телеграфный столб, как раньше рассказывали. И за провода, связь с иностранной державой, и за пьянство, что выпил и стоит, как столб, и чашечки опрокинул. Однажды милиционер местный участковый посетил нас совместно с главой администрации села Корчина. Вытащил свою папку и на полном серьезе ко мне. Я мог бы против вас завести дело, потому что у вас во дворе растет конопля. И он был бы прав по своим параграфам, учитывая, что Потеряевке уже 16 лет, и 50 жителей, то можно умножить и сказать, что и на 800 жителей, таких как у нас, не было бы ни одного преступления, ни великого, ни малого. Все дело тут в вере во Христа Иисуса, в молитве, в благословении. Что там батюшка крепко держит в своих руках общину? Были и случайные люди, которые готовы были покупать ворованное. Были выпивохи, но как-то Бог все развеял, и место чистое осталось. У нас воровали из соседних деревень, что плохо лежало, и бензин, и пшеницу, и муку, и баллоны, и решетки, насосы, шланги стянул вор Четыркин В с разъезда подстепные. Про нас можно уже вот такую статью написать. Самое криминальное государство Ватикан. По данным правоохранительных органов Ватикана, в 2006 году Министерство юстиции государства расследовало 341 гражданское и 486 уголовных дел. Население самой маленькой страны планеты составляет 492 человека. Таким образом, на каждого жителя Ватикана приходится примерно по 1,5 криминальных инцидента. Это в 20 раз выше, чем в среднем по Италии, в 33 раза выше, чем, например, в России, где, согласно данным МВД, одно зарегистрированное преступление приходится примерно на 50 россиян. Основные преступления в Ватикане, которые ежедневно посещают около 50 тысяч туристов, — мошенничество, карманные кражи, воровство сумок. Правда, ведомство генерального прокурора особо подчеркивает, что практически все они совершаются иностранцами. При этом 90% нарушений остаются безнаказанными. Но не из-за милосердия, а потому, что воришки легко пересекают границу и практически оказываются в другом государстве, в Италии. Особая жизнь, 28 мая 2007 года, страница 7. 1 Петра 4, стихи 15-16. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Ефесянам 5.12. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Филиппийцам 2.15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Бес атакует дерзостью людей, смятением ума и непокорством. На сумасшествие потрачен будет день, и он свое еще до гроба спросит. Трамбует преданных в огромное лукошко, где дерзость, мать бесчисленных пороков, за стол пролез, не приглашен, не прошен, нахально, с доказательством, что проклят. И каждый должен сам определить, кому он служит, Богу ли, мамоне? Присядет рядышком, спешит тебе налить. А душенька, душа незримо стонет, душе бы к Богу нежно прислониться, слезой огонь мятежный потушить. Свет доброты на злобу заструится, когда добро исходит от души. У дерзости бесчисленные слуги оправдывать ее начнут и тешить, и нераскаянность упреками все сгубит. И ты не рыцарь, а замшелый леший. Начальство ли, священник, все равно, всезнайство дикое, в снобизме непрорубном. А сам ничто, тупее, чем бревно, все на живую нитку, дико, грубо. И что бы кто ему ни говорил, а он долдонит чьи-то афоризмы, не к месту клеит из числа горил.
и грохнешься на всем обмылке склизком. Писание в башке — одни обрывки. Куда, какой канон примерить нужно, не знает. И на уговоры только рыкнет по ересям, фискальник слепо кружит. От дерзости лекарства лишь смирение. Мать добродетели, спасение, стезя, таких Иисус уже сегодня встретит, согреет тех, кто в скудности озяб. 13 июня 2007 года, Игнатий Лапкин.